Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас на нашем канале. И сегодня мы вам предлагаем приготовить с нами замечательную быструю закуску. Фаршированные яйца с селью и икрой. Яйца мы почистили. Сейчас мы их порежем пополам. Желтки мы аккуратно достаем. Вот эту нашу смесь мы берем, и мы должны ее пропустить через мясорубку, чтобы она была однородной. Теперь добавляем сюда майонез. Эту смесь мы можем попробовать уже на соль, перец. Если вам нужно, то поперчите, посолите. И сейчас мы переходим к нашей зелени. Мы ее пока порубим. Теперь мы наполняем наши яйца селедочным кремом. Теперь нашу зелень будем украшать. Я не люблю много зелени, поэтому много не буду ее класть. Но вы смотрите на ваш вкус. Если вы любите побольше, кладите больше. И самый последний черед, это, конечно же, икра. Кладем ее сверху. Много не нужно. Наши яйца будут очень вкусные. Для нашей закуски мы использовали вареные яйца, любую зелень по вашему вкусу. У нас была петрушка, селедочка, филе, естественно, без костей, без шкурки, майонез и красная икра. Наша закуска готова подаваться к столу. Если вам понравилось, пишите в комментариях. Продолжайте готовить с нами. Приятного аппетита!